Я оценил себя в 500 баллов, потому что у меня мама еврейка, потому что еврей... Это... А, ну это все сказано. Все понятно, ребят. У вас мама еврейка? 500 баллов, ребят. 500 баллов. Это человек из... Николай, 26 лет. Мастер на все руки. Он может все и, кстати, не только руками. Про фразу «не только руками» интересно, конечно, я не врем. Меня Светлана зовут. Я понимаю, что, возможно, это не очень... Короче, иди сюда. Я уже занята. У меня очень красивый, очень молодой, талантливый, культурный, профессиональный продюсер, которого зовут... Профессиональный продюсер, которого зовут Анатолий. Это не будет... Я буду теперь... Что, блядь? Я буду теперь решать. А вообще стоп-кадр, это называется невидимка за работой. Так, а мы, в принципе, не пришли. Кормит. А я предлагаю, давайте... Белком! Какое у вас хобби, кроме своей Турции? Смотреть значит, футбол. Своей Турции хорошая страна. Дома лежать, спать, выспаться. Блять, это... Ебать, у него дар говорить самые простые вещи. Ну, что у меня? Смотреть футбол, лежать дома, выспаться. Увлечения мои, да. Это очень интересно, очень. Я обожаю эти увлечения. С детства я люблю полежать. Ну, это пиздато, да, это хорошо. Мы с батей постоянно. То он полежит, то я полежу. Ну, там, в общем. Нормально, нормально. Батя меня научил многому в жизни. В основном лежать. Ильюр, скажите, пожалуйста, а что вы делаете в России, если вы гражданин Турции? Гуляю. Блять, что за хуйня, нахуй, я вообще понимаю. Гуляю. Я гуляю. Я гуляю из Турции. А что? Я гуляю. Ем. Ем иногда. Ну, лежу, я уже говорил. Лежу, ем, гуляю. Ну, я харизматичный, артистичный человек, талантливый. Ну и, как бы сказать, общительный. Ну как сказать? Открытый для всех. Ну как бы, и как сказать бы, бухаю. Ищет темпераментную девушку. Я не очень темпераментная, и зачем это вообще нужно в отношениях? Я, наверное, не буду разбазаривать свои сердца, я пас. Я, между прочим, сильная и независимая женщина. Я свои сердца разбазаривать на всякую хуйню ни в коем случае не буду. Для меня шахматы, шашки, это важнее, чем эти ваши письки. Вам всем все понятно? Хуесосы. Все, блядь. Я тут подумала, наверное, маловат для меня мальчик, очень молодой, перспективный, прости. Так что все в твоих руках, удачи, но не сегодня. Я тут подумала. Я думала, Александр увидел. Я тут подумала. Я думала, я сидела, думала. Думала. И потом подумала, что... Ну, маленький для меня. Маленький. Вот еще бы немножко. Еще бы чуть-чуть. Бля, я не могу нахуй. Что за, бля? Ой, ебать. Нужно встретиться с Александром, сходить на свидание, а там уже будет видно. Но я думаю, шанс на то, что у нас что-то сложится, есть. Надо встретиться с Александром. Если мне что-то не понравится, я ему переебу. Но вообще шанс, конечно, у нас есть. Впервые в этой студии. А ты целоваться умеешь? Ну, конечно. Он тебя научит. А если я проверю? Нет, я против! А я тебя не знаю. Вот на секунду представьте, что это без сценария. Ебать, пиздец. Просто пиздец. Ну чего, мы кого смотрим-то? За 500, что ли? Давайте за 500 посмотрим нормального мужика. Какой тебе за 500? Звали твой хлебал. Секунду, без трусов, похабщина. Ах ты. Девчонки. Ненормальные. И ржут. Хватит мои сиськи трогать, блин. Бля, я не могу. Артем, 19 лет. Вот написал правильно, уважаю. Хуй покажи. Вот приходишь такой, типа, у меня есть талант, ты достаешь хуй. И все такие, о-о-о.
киберспортсмен. Обожает Опа. Готовить, мечтает Киберспортсмен, ребята, наши. Наш братан подъехал. Няшу. Киберспорт приносит большие деньги и как бы уже есть личный счет в швейцарском банке. Ва-банк. Я тоже знаю, что такое биткоины. Биткоин у меня тоже есть. Я не сомневалась. Выбирай. Блять! Биткоин у меня тоже есть. Я выбрала Артема, потому что он очень милый. Да-да-да, биткоины и его счет в банке в швейцарском, насколько я помню, да? Меня вообще нисколько не интересует. И то, что он живет во Франции, тоже. Он очень прикольный, очень. Вы посмотрите, вы только посмотрите на него, на Артема. Посмотрите, насколько он прикольный, а? Прикольный. И его биткоины меня вообще не интересуют, нисколечко. Посмотрите, какой он прикольный. Как бы привлекательный. И привлекательный. Ну, я считаю то, что поэтому она меня и выбрала. Вот, да. Артём. Он очень милый, спортивный парень. Я считаю его очень симпатичным. Я люблю биткоины. Разбираюсь в биткоинах, и он тоже. И мы сможем сделать богатое наследство для своих детей. Сейчас бы слова как-то мочь собрать в смысл, а то не получается говорить буквы.